Здорово, парни. Меня зовут доктор Смирнов. Я работаю врачом в городе Санкт-Петербург, в бывшем городе Ленинград. Родился я в городе Ленинград. Мой отец родился в городе Ленинград. Он родился 13 января 1944 года. Тот год еще была блокада, тот месяц была блокада. Но он родился вместе с моим дядей. Он пережил всю блокаду в животике моей бабушки. Так получилось, что я начал употреблять наркотики. Алкоголь, сигареты, другие наркотики пробовал. Чуть не умер. У меня имеется справка о том, что у меня есть перелом теменной кости, сотрясение мозга, ну и много других всяких вещей нехороших. В конечном итоге я увидел несколько видео фонда «Город без наркотиков», и у меня включился мозг. И я начал искать выход из сложившейся ситуации. И выходом для меня стало самое простое – творчество. То, что может каждый. И сейчас я вам покажу простой образец творчества, который может сделать каждый. Это взять три коробка спичечных, разрезать их и сделать вот такую вот книгу, которая поможет вам завязать с любым видом наркотиков. Потому что эта книга, она содержит в себе огромное количество видов мелкой моторики. Ученые уже доказали, что мелкая моторика развивает мозг, и уже восстановленный мозг поможет вам бросить пить, курить и любые другие виды наркотиков. Что нужно сделать? Но нужно делать ее левой рукой, если вы правша, и правой рукой, если левша. Склеивайте ее, при этом вы работаете вот так. Обязательно нужно сделать, обязательно нужно что-нибудь написать на ней. То, что хотите, как хотите. Используйте все поверхности спичечного коробка. Я рекомендую для начала написать все свои мысли просто на одном спичечном коробке. Это может каждый. Коробок стоит 1,5 рубля. Если у вас мысли еще нету, то воспользуйтесь чужими мыслями. Возьмите бесплатную газету. У нас это вот петербургский дневник. В других городах это может быть газета «Метро». И вырежете из нее то, что вам понравится. Вот я вырезал то, что мне понравилось. То, что мне помогло. И скажите спасибо Евгению Розману. Ну, у нас сейчас дни памяти прорыва блокады. Вот. И я это как раз и пишу на коробке. Как дальше им пользоваться? Обязательно пользуйтесь им как маракасом. Коробок, спичный коробок, это идеальный маракас. Высыпьте половину спичек из коробка и используйте его как маракас. Во вторую часть коробка положите вырезки газетные, которые вам понравились. После перечитайте. Усильте ваш коробок скрепками. Скрепки также можно будет использовать для того, чтобы сделать обложку. Потому что, когда вы, вот допустим, вот здесь у меня обложка из газетной вырезки, она красит пальцы. Типографская краска вредная. Мы делаем вот такую вот обложку и закрепляем ее скрепками. Товарищ, умей выявлять наркотические средства и смело и безбоязненно посылай их нахуй. Ну и также наркоманов и барыг, которые тебе их предлагают. Сдать закупщиков, и как там их называют, можно по телефону, который предлагает фонд. Ну это так, информация. Фиксируем на скрепке. Ну, вот так. Я сейчас камеру держу руку, не могу показать. Потом делаем вот так. Это простейший эспандер. Пальчиковый эспандер получился у нас. Потом играем с коробком. Играем по-разному. Как хотите.
купите резинки для денег и перевяжите ваш коробок резинками для денег. Когда вы бросите, у вас появятся деньги, и эти резинки вам обязательно пригодятся. Вставьте ручку. И у вас уже получается вот такой маракас. Маракас, сделанный своими руками, эффективнее в 100 раз. Работайте им. И после этого возьмите обрезки, которые у вас остались после работы, и выкиньте их куда-нибудь в унитаз. Вода, смотрение на воду, оно обогащает человека. Также вы имеете право, когда сделали такой маракас, зажечь спичку памяти. Я сейчас ее зажгу. В память о жертвах Второй мировой войны, блокаде и всех наркоманах, которые погибают сейчас. Сожгите большую часть спичек из коробка. Посмотрите на огонь и подумайте, нужны ли вам наркотики. Ну вот, в принципе, это простые советы, которые может сделать каждый для того, чтобы бросить пить, курить и употреблять любые виды наркотиков. Если вам понравилось это видео, рассказывайте о нем друзьям. Парни из фонда могут связаться со мной, дам советы, как вести реабилитационную деятельность, потому что я уже не употребляю очень долго, больше года. И мозг полностью вышел на донаркотический уровень. Все, пока. Ставьте лайк, рассказывайте друзьям, если понравилось. Было приятно для вас работать, завязывайте лямку, не бухайте, не колитесь, я завязал. Пока. Ленинград говорит спасибо, Евгений Ройзман. Спасибо.